重たーボーシジャノビオリプレゼデンティ・ジュンフリー・ベラルーズバタリオニ・カラオリ・ファクリーバムノシバティ・タシフィ・ラスニー・シュモバサルザミニ・ジュンフリー・トジキストンサフ・オロスタシュカマンディリ・バタリオニ・カラオリ・ファクリーパッパルコーニク・ホフィゾダДорогие друзья, шалом! Министр сельского хозяйства, он же сопредседатель правительственной комиссии. Министр обороны. Министр национального дела мочи. Министр сельского хозяйства, продовольствия и бельё. Уважаемый Александр Григорьевич, добро пожаловать в Таджикистан. Отношения наших стран поступательно развиваются по всем направлениям, развивается хороший уровень культурно-гуманитарной связи. Готов сегодня обсудить с вами состояние и перспективы наших взаимоотношений, а также международные и региональные вопросы. Так, еще раз добро пожаловать и желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Добро пожаловать. Мали Шарипович, большое спасибо. Я ловлю себя на мысли, когда в Душанбе приезжаю, уже не в первый раз, что я еду как себе домой. Когда у меня спрашивают утра по самолету, ну как долететь? Как можно долететь к себе домой? Поэтому я всегда чувствую здесь очень теплые отношения не только к нашей делегации, членам нашей делегации, ко мне, но и к нашему народу. Народы очень похожи.
Вы правильно сказали, мы постоянно прирастаем в товарообороте, прилично прирастаем. Хотя, как вы заметили, вот когда мы сюда шли, что объем желает быть лучше. Объем торговли, конечно, мы можем значительно больше, особенно в это непростое время. У вас есть интерес не только в Беларуси, но и дальше там. У нас большой интерес в Таджикистане, но, как мы когда-то с вами поставили задачу правительству, мы можем прирастать товарообороте за счет третьих стран. Белорусской продукции, совместного производства продукции, соседние страны очень нуждаются. Думаю, что вот сегодняшняя наша встреча, тот большой масштаб делегации нашей, которые приехали, практически больше половины правительства здесь, выставку, которую мы организовали, форум, он поспособствует росту не только двустороннего товарооборота, но и товарооборота через Таджикистан, Афганистан и другие страны. Афганистан очень нуждается в нашей продукции, и они заинтересованы в развитии наших совместных связей. Думаю, что мы обсудим и региональные проблемы. Я вам расскажу ситуации в том регионе. Вы расскажете мне о том, что здесь происходит. Таджикистан и Беларусь оказались в одинаковых условиях в этой непростой ситуации.